В этом репортаже мы хотим вам рассказать про отпугиватель GX-033. То есть компания ST занимается реализацией отпугивателя уже много лет. Продаем мы только качественные, действительно тестируемые отпугиватели, которые реально действуют на крыс. В качестве подопытных у нас имеются крысы домашние. Вот, но разговор немножко не об этом. Разговор о GX-033. Данный отпугиватель очень многим понравился, действительно эффективный. Я вам точно скажу, что мы имеем с этим отпугивателем. У нас есть датчик движения, он может срабатывать как на движение. Находится он в состоянии покоя, если идет сработка, сенсор засекает, он срабатывает. Работает ультразвук, либо может работать на постоянно. Отпугиватель действительно очень хорошо отпугивает, работает, но не в этом. Минус его, он автономный, наоборот, это даже, так скажем, плюс. Но минус его, то, что он питается от батареек. 4 батарейки типа С. Данные батарейки достаточно дорогие, плюс ко всему, надолго их не хватает, несмотря на то, что тут маленький ток. Может быть 2 недели, 3 недели, по-разному. Все зависит от производителя, конечно, и от качества самой батарейки. Вот. Но очень-очень понравился людям, тем более автономные условия ее работы. Мы немножко модернизировали данный отпугиватель. Сейчас покажу, тут крышечка закрывается. Вообще общий обзор про него проведу. Ну, вот. Модернизировал наш отпугиватель. Что мы с ним сделали? В принципе, вольт ему необходимо столько же, сколько пауэрбанк. Мы просто перепаяли. Вывели сюда USB. Пожалуйста, подключили Powerbank. 200-300 рублей такой стоит. Немножко сейчас как раз обзор проведу, расскажу про этот отпугиватель. Здесь у нас есть регулятор частоты, то есть уровня звукового давления. Ну, что действительно, на самом деле, ставишь на H, крыса чуть не выпрыгивает с клетки. Вот. Что имеем? Здесь есть у нас OFF отключен режим, CONST это постоянное включение. EMS это на срабатывание, то есть если продвигается, он срабатывает. Сейчас вот я покажу, как это работает. Вот, сделаем, возьмем шумомер. В тишине видим 40. Сейчас включим 80, 83, 85, 82. Ну то есть он, пожалуйста, срабатывает. В общем, как-то так. Все это работает и очень хорошо работает. Теперь посмотрим, а насколько же хватит нашего пауэрбанка одной зарядки. И действительно, какая у него мощность. Возьмем наш тестер. Подключим. Так, на тестере мы видим 5 вольт. Он тестер. Сейчас подключаем нагрузочку наш отпугиватель. И все. И включаем, на константу он уже включен. Вот все видно очень хорошо. 0,02 ампера. 0,105 ватт. 0,1 ватта. 0,02 ампера. Всего получается где-то 0,1 ватта. Вот. То есть из вот этих условий 0,02 ампера. 0,2 ампера и емкости заявленной 2200 пауэрбанка, то есть 2,2 ампера, он нам проработает 2000. Спасибо за внимание. Покупайте отпугиватель от компании ST Красноярск.